Начинаем формировать наши хинкали. На середку мы кладем фарш. Фарш хороший. Я еще чуть-чуть воды добавила, чтобы он был сочный. И начинаем вот таким вот образом защипывать края. Чем больше защипов, тем лучше. Говорят, что там надо 24 защипа делать или 18, уже не помню. Я раньше считала, но теперь уже перестала. У меня где-то получается около 20 защипов. Так вот защипываем. Вот такая вот получается штучка. В середине дырочка. Эту дырочку нам надо убрать. То есть мы вот так вот сжимаем. И хорошенько-хорошенько вот тут вот, это вот горло мы зажимаем. Вот, сформировали хинкали. Это вот столбик такой, за который потом надо держать. И вот такой вот получается хинкаль. И таким образом лепим все.